где мои штаны? Ты не залачиваешь штаны? Всем доброе утро, и сегодня у нас начинается новый день, а это значит, что у нас новое путешествие, и мы едем в Архыз, это... В... Архыз это что? Как это там называется? В общем, мы едем в путешествие, все, обо всем немножко позже. Я начала уже снимать, так что ура! Я все от вашего экрана обалдею, я такой слежу, так, Вася, что это такое? Короче, все, мы собираемся быстренько завтракаем. И погнали. Привет! Вот мы встретились. Это видеоблог. Так, они, по-моему, не проехали. Потихоньку поехали. Ну что, вы где? Вы проехали? Да. Ой, мы тоже проехали. У нас что-то транспондер сразу не принял. Мы уже 5000 раз останавливались на заправке, сейчас остановились. 5000 лет мы едем, мы не знаем, куда мы едем. Мы сейчас поесть. Так что все выходим и идем. Посмотрим на них. Мы приехали в первую гостишку. Идем заселяться. Да не надо, смотрим на всех после миллиона часов. Все вывалились. Никто не хочет попадаться в кадр. Так. Я ничего не хочу говорить. Расскажите, как вам сегодняшняя поездочка? Жопа отсижена. Отсижена, да? Нервы испорчены. Конец. Потому что вот эти два под конец устроили истерику. Они там чуть ли не в Махачне устроили просто. Пушка! Наша толпа уже стоит на заселение. Дайте себе паспорт. Паспорта не будет, значит не получится. Так без паспорта не заселят. А я так. Уши ломают мозг, вот мои документы. Хорошо. Сейчас. Ну все, мы поняли. И слева сразу у нас душевая. Мы уже тут все разложили. Я уже даже сходила в душ. Всем привет. Так вот выглядит душевая и санузел. При входе справа шкаф вместительный. Тут уже тоже наши вещи висят. И мы входим в основную комнату. Здесь огромная кровать. Пашка уже лежит, отдыхает. Такой вот номер. Батареи не работают, но есть кондиционер, который отлично работает. Вид из окна у нас на часть парка и дорогу. А вот здесь вот стоят наши машины, так что мы все контролируем. Доброе утро! Опять этой камеры. Привет! Привет! Как дела? Отлично! Завтрак с 8, а сейчас 6 утра. Поэтому мы едим гречку с молоком, и ребята вон вообще по-крупному начали свой день. И булочки с кофе.
У нас перерыв на заправке. Паша меняет дворники. Профессиональные. Второй Паша у нас, значит, моет окна нам. Третий Паша моет вторые окна. У нас пит-стоп. Замена дворников и мытье окон. Заказывали. Для красивого вида. Да. Все для Ютуба, все для вас, подписчики. Так что подписывайтесь, ставьте, что там, лайки, колокольчик, что там еще. Все надо ставить. И на меня подписывайтесь. Тут будет мой инстаграм сейчас, да, Саша? Оставлю. Ну стойте! Гады. Короче говоря, барашки прям на дороге. Они убежали, я не буду их гонять. Вот мы уже в Архизе. Мы выдвигаемся поесть, а Мельчевские решили сфоткаться. А мы идем на обед. Наконец-таки. Спасибо. Еще одни люди противные. Вот еще люди, которые почему-то не фотографируются. Которые ждут всех, чтобы пойти покушать. Мы гуляли, и ничего не предвещало такой милоты. Ой, ой, как вас много, я боюсь. Ну что вы меня пугаете? А где мои штаны? Ты не взяла еще и штаны? Да взяла я. Почему нельзя забыть? Я штаны тебе забыть. А что ты мне не говоришь? А ты почему раньше сказал, что я посходил? Сейчас тут ничего делать. Где вы? Я правда забыла. Я сейчас надеваю джинсы и иду в город на скатане, правильно? Не скажешь, что здесь? Я забыла Пашкины штаны. Да, да блин! Лошара! Я пошел говорил бы. Он бы хоть сноуборд не забыл, потому что я сразу. Я и куртку забыл. Я положил куртку в сани, а вчера. Я не забыла. Все, я пошел тогда в город, чего? Дурака. Пипец. Если бы у меня Вероника забыла собрать штаны, я бы вообще просто вообще в туалете сидел бы и сказал, кричал бы, не трогай меня, я не специально. А он бы так же, если бы не пришли сейчас. А вы слышали, что открыт, что мы будем мать? Как всегда, Петрову ждем, просто так. В этот раз придется дольше ждать. Ну сколько? Тут на самом деле такое дело. Вот. Мы хотим тебе... Заранее. Я уже понял. Ну что ты понял? Я уже понял. Очень долго, да? Всех позвал, короче, да. Все приколы. Да. Паша, с днем рождения! Поздравляем потом. Ура!
наступающим. Да, с наступающим. Спасибо, раньше не было. Так или иначе, да. С приятным вам, без тебя. Спасибо. Этого... Спасибо, спасибо. Давай мере быстрее. Да. Этого... Поехали уже. А ты с размером уверен? Спасибо, наступающим. Иди сюда, коза. Комбинезон. У тебя нет вариантов, я тебе так хочу сказать. Ты либо в нем, либо ни в чем. Я уже понял. Всем доброе утро. Сегодня настался следующий день. Я вчера не снимала, потому что вчера был какой-то нон-стопор. А сейчас мы уже все быстренько, опять не по плану. Все проспали, собираемся выезжать. Вот ребятки уже нас все ждут. В общем, мы едем. Что будет дальше, я постараюсь еще сегодня заснять. Тут у нас организовался быстрый стриптиз. Это так. Ребят, наши уже приехали и пошли покупать нам всем абонементы. В общем, мы купили скипасы, с Пашей зашли немножечко отогреться, купили кофеечек, а Вики Пашка нам сделал очень вкусный бутер, сейчас покажу. Так, это кофеечек. Это бутылка. Спасибо Дикому. Ну все, мы вышли кататься, кофеек не допили. Пашка с бордами у меня тут. Да, я на двух буду фигачить. Кофеечек, мой кофеечек. Сейчас будем искать наших и садиться на подъемник. Ну, мы заходим все. Нет. У нас произошла еще одна пересадка. Теперь мы все едем еще выше. У меня сегодня страдания. Дикий Павел. Как вас, Павел Сергеевич. Сергеевич? Не оделся вообще нифига. У меня там балахон, да, и все. Короче, он сегодня практически в трусах катается. Главное не умыть. А ветер, между прочим, будет подниматься до 30 метров в секунду. Да, потому что я дикий. Молодец. Это ж блок идет, ты что? Экстремалы есть. Капец, ноги забились, потому что большую часть трассы все-таки приходится ехать на заднем канте, потому что я очень боюсь скорости. Вот. А так трасса очень хорошая. Есть свои минусы, есть свои плюсы, но я в восторге, мне прям очень нравится. Смотрите просто, просто посмотрите, какая красота. И это уже конец пути. Вера вон. Точечка едет, и я поехала. Снимаю репортаж с места события. Затащила Мельчевских, Пашку и Сашку, и Веру в лес. Вот, прокатилась, и теперь сама жду их. Надеемся, мы увидим, как они поедут на меня. Немножко пообедать. Катался и идет к нам на обед. Как покатался? Отлично. Я уж тебя обедила. Все, всем приятного аппетита. Спасибо. Thank you.
Поехали на ту сторону. Сейчас Вера переедет. А нет, не доехала. А, не Вера, Саша переедет. А куда вообще дорога идет? Варик нет, надо ехать. Блин. Ой, вон там дорога есть. Ну да, тут еще надо. Цепляется за хвост. Деревьев? Не, нету деревьев. Ехал бы ты! Бросай меня! Саш, ты что там делаешь, Саш? Будем кататься сегодня или нет? Мы кататься будем сегодня или нет? Саш, мы будем кататься сегодня или нет? Не хочешь? Ты между двух елок залезла. Неудачно выехала. Между двух елок, а там нет снега. И там вот так. Я еле достала туда свой свободу. Я больше не хочу его одевать. Ну сейчас едете и пойдете отдыхать. Сейчас. Ты так поедешь? Хотя бы немножко. Что-то они сморщились, как жопка. Блин, вы что сделали вообще? Ее и так убили, вы еще ее так позорно. А вы ее еще убили. А все, ее так позорно. Дикий, я тебя с днем рождения хочу пожарить. Это тренд. Лучше играть ты. С днем рождения тебя. Говорит, давай это вторую бутылку. Я хочу попробовать. Я говорю, куда ты себя видел? Потом увидишь. Как всегда красивый. Тебя, с днем рождения, тебя, с днем рождения, Дипашка, с днем рождения, тебя. Эх, ура! Честно, я не ожидал. Все, спасибо. Не ожидал, не ожидал. Ну, все таблетки себе подарим. Дарим тебе таблетки, так как тебе уже 27, чтобы у тебя голова ни о чем не болела. Витамин D, что ты за хорошее настроение улыбалась. Спасибо. Чтобы у тебя на вот это все было деньги. На настроение, да. Иначе все эти колеса. Спасибо. Дорогие мои, всем огромный привет. И сегодня уже 2 февраля. И вчера мы видели буквально недавно мы видели очень классные кадры с гор там. Мы катались, а сейчас 2 февраля, а это значит, что мы вчера отпраздновали день рождения Паши Дикого, вот он, и легли спать очень поздно, это в 1:20, и сегодня пошли кататься только Юра и Паша, вот, поэтому я встала буквально недавно, в 10:30 примерно, и сейчас хочу себя привести в порядок, потому что ребята уже скоро возвращаются. Мы будем отдыхать, они будут отдыхать, а мы только встали, мы будем приходить в себя. И, возможно, мы поедем на лошади. Сейчас я буду приводить себя в порядок, возможно, вам это интересно, возможно, нет. Можете перелистнуть немножко вперед, а я немножко покажу мои сборы с утра. Хочу немножко завить свои волосы стайлером от Dyson, стайлером от Babyliss.
Вот так вот он выглядит. Так вот. Очень классная штучка. Здесь вот выставить можно левые локоны, правые локоны. Ну, имею в виду части головы. Или в произвольном порядке степень накрутки и температуру. Вот. Так что сейчас у меня выставлена левая сторона. И на самом минимум волночки. Вот. Сейчас быстренько накручусь. Будем завтракать. Ну все, я привела себя более-менее в порядок. Взяла с собой молоко, кашу и воду, потому что уже Юра с Пашей подъезжают. Я пойду готовить кашку. На улице очень тепло. Вообще красота. Лепота. Мы уже поели все, позавтракали. Сейчас немножечко отдохнем и будем собираться на катание с лошадьми. Плюс 10 градусов, светает, но тепло. Скоро бицепсы накачаешь. Давай пни ее. Психопат, мы там спустимся вообще? Да ладно, я еще не падать, ленивый. Класс, тут снежок. Да, это вот этот участок, надо далеко в лес не уходить. Опачки, это кто такие? Смотри, кого я нашел, дикий. Кого мы отскребли, да? Смотри, кого нашли. Юр, видел, кого нашли? Там девчонки наши.
Аккуратно! Берегись! Юра психанул! Здорово, дружище! Блин, привет! Извиняемся, мы не специально, так случайно вышло. 4 апреля мы приехали праздновать Пашкин день рождения в сауну, в баню с бассейном Санька. Это такая столовая зона. Да. Здесь купель, тут банька, в которую невозможно зайти. Дальше идем в бассейн, попадаем в такой вот большой бассейн. Здесь мужская раздевалка. И здесь у нас женская раздевалка. Сейчас вам все покажу, что у нас тут есть. Так, тут у нас такое вот большое зеркало, два фена, какая-то штука, весы. Два шкафа, чтобы можно было удобно убрать свои вещи. Выходим мы из раздевалки. И вот так вот. Так, здесь у нас получается две душевые кабинки. Там у нас все непосредственно для душа. Так, с этой стороны у нас туалет с раковиной, с зеркалом. Все очень чистенько, прилично. Так. И тут же мы попадаем опять в бассейн. Здесь получается есть бурбуляшка вон там, и здесь вот водичка льется тоже массажная. Так, пойдем сейчас в общую зону, посмотрим, что там делают ребята.
что выходим в сауны с бани с празднования дня рождения. Здесь вот речка красивая, горы. Возвращаться, да, в сторону трассы. Он просто от трассы далеко слишком уехал. Да. Ща. Да что ж такое? Я нет. Доска с***а.
Вон там есть следы, может, такие же, как мы. Да это дикий, блядь. Сил нет. Что там, Юр, ну, спереди? Рано или поздно туда спущусь. Сейчас попробую еще подняться. А? Просто когда есть скорость, хорошо проехать. А когда вот так начинаешь, сука, ее не хватает. Что там? Пешком пойду, или выйдем. Красиво. Деревья. Горы. И двое странных друзей, которые за тобой поехали. Их искали, потому что медведь не спал. Они красота и мертвые люди. Фух, мы уехали.